всех горожан Реутова, от имени города Реутова. И с праздником вас! Сегодня в храме Спасо-Преображенском, в городе Железнодорожном, там престольный праздник. Но глава вашего города, Александр Николаевич, очень сердечно приглашал посмотреть на строительство Казанского храма. И я вчера видел фотографии этого храма и очень загорелся желанием увидеть здесь, что созидается и что возводится. Это великая милость Божия, что в честь Казанской иконы Божьей Матери, покровительницы русского народа, заступница усердной рода христианского, покровительница государства российского, возводится этот храм. Конечно, это промысел Божий нами управляет, но все совершается по промыслу Божию через людей. И вот вам Господь послал такого главу города в лице Александра Николаевича, который возгорелся благочестивым желанием воздвигнуть этот дом Божий. И я хотел бы перед вами выразить глубокую благодарность Александру Николаевичу за его ревностные труды. Видим, что строительство идет к завершению. И я надеюсь, что когда подойдет время, я приеду обязательно освящать этот храм. Будем вместе молиться. Но отцу благочинному, отцу Николаю, я сказал, чтобы он уже теперь чаще здесь бывал, совершал молитвы, и еще до освящения храма можно уже какое-то место приспособить, чтобы и совершать божественные литургии, не мешая, конечно, дальнейшему строительству. Но это своего рода уже душа города. Самое главное, что уже и крыша есть, и колокольни, и колокола. И я думаю, что это не только на всю Московскую область, но на всю Россию слава пройдет об этом храме, о строителях, жертвователях. А вы любите тогда этот храм, старайтесь жить по вере, воспитывайте своих детей и внуков в вере православной, чтобы они были более счастливы, чем мы, чтобы Господь им помогал. Сейчас пойдемте помолимся, где там возможно, тропарь пропоем празднику, помолимся. Храни Господь. А певчие у вас уже есть? Есть, вот.
Есть, здесь помолимся, да? Преобразится, если на горе Христе Боже, показался ученикам Твоим славу Твою, я уже на жатву, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы света данного Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На горе преобразился еси, и отложен в мещах ученицы Твои. Славою Христе Боже, видевша, дает, когда узрят распинаема, страдая уба уразумеют вольное, мирами же проповедя, я вот и еси воистину, Отче еси я. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Алексии и всей во Христе братии нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, прощении, оставлении грехов раба Божия Александра, всех где предстоящих и молящихся, и жителей богоспасаемого града сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и милости к милости, будь и владыка о грехах наших и помилуйный. Милостиво и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшая херувима, славнейшая без сравнения серафим, без искления у Бога Слово, родшее, сущее у Богородица, Тя величает. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на горе Фаворской преобразивайся во славе пред святыми своими ученики и апостолы, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, святых славных и всех вальных апостол, и всех святых в земли российской просиявших, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Не спорите, Господа! Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, во всем благое поспешение подашь, Господи, великому Господину и Отцу нашему Алексию, святейшему патриарху московскому и всея Руси, Свято-Троицкие, Сергиевы лавры, священно-архимандриту, и всем сде предстоящим и молящимся, и рабу Божию Александру,
и всем строителям и жертвователям, благоукрасителям святаго храма сего, и сохрани их на многое лето. Дождались сегодня. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Призываю спасибо. На всех вас Божие благословение. И надеюсь, что теперь недалек тот день, когда мы вновь соберемся на священие этого святого храма и для совершения божественной литургии. Храни вас всех, Господь. Посмотрим, да? Я бы хотел показать. Мы Реутов видим здесь, в этом городе. Это, конечно, феноменальное явление, когда глава города, а не иерархия, взяли на себя заботу по строительству и благоукрашению этого храма. Поэтому мы сегодня посещаем это место, чтобы показать наше уважение, нашу благодарность главе города, строителю этого храма, вдохновить его и поздравить наших верующих и жителей этого города с таким большим явлением, радостным для нас, что мы обретаем Дом Божий, который будет и средоточием и духовной, и, я уверен, и культурной жизни здесь, в этом городе. Поэтому большая радость у всех на сердце и праздничное настроение, особенно сегодня, в день праздника Преображения Господня. Спасибо. 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 Владыка Юрий Налли, для местной радио Реут, вы могли бы что-то пожелать прихожанам? Пока у вас еще не построен храм, но мне хочется, чтобы вы знали, что вся наша отечественная история, тысячелетняя история России связана с православной верой, которая вдохновляла не только на счастливую жизнь, но вдохновляла в трудные годины, в годины испытаний народ и на защиту своего отечества и сохранение домашнего очага. И очень бы хотелось, чтобы жители этого города жили верой своих отцов, не изменяли ей, были преданными сынами и дочерьми Святой Церкви и своего отечества. И хочу надеяться, что настанет скоро день, когда мы встретимся в этом месте, где будет больше жителей этого города, которые будут радоваться о построении храма и его освящении. А пока всем желаю счастья, мира и Божие благословение. Пусть Господь всех хранит. Спасибо. Спасибо. Здесь позаводчики работают. Сначала здесь другие, но здесь рабочие, здесь они работают. Поэтому сейчас мы там наверху все найдем, посмотрим. Вишню вышел под купол. Слава Богу. С апреля 90. За полтора года, но уже можно сказать. Да. Рано.
Сначала, значит, вот здесь вот почувствовать, он может стоять в нашей такой прорабстве. Зашел я, посмотрел, Николай весь молебный зал. Он убирает. Мы все поломали колонны, и пришлось вообще все переставить. Сейчас начинаем кухонную часть. Начинаем сейчас штукатурить. Все ее выдержим, она высохла. Тепловой контур решен. И начнем потихонечку штукатурить. Штукатурить и леса будем уже убирать. А вот что касается крещения, я ведь предполагаю, что поскольку здесь такой большой город, крестин будет очень много. И вот даже та комнатка, которую мы смотрели, она будет неподходящей, очень душно будет. Вы представляете, когда если 20 крестин, ну, там, да. 20 крестных, 20 крестников, очень тесно будет. А может быть, где-то здесь, сбоку? Ну, в принципе, наверное, вот, один из пределов, мы так и думаем. В одном из пределов сделать вот этот баптистерий, чтобы с погружением можно было крестить. Потому что крестят тогда, когда нет богослужения. Это крещение не будет мешать богослужению, но хорошо будет в теплом храме крестить. Вот подумайте, да, возможно, вот на эту Красной идею. Площади, на Красной площади, собор Казанского. Да. У них же там один предел, он сделан специально под крестин. Вот, я туда вот, заходил, вот, смотрел. Я видел технологию, я посмотрел. Да, да, честно, да. У меня такая задумка была. Вот хорошо бы, может есть. Быть, здесь, а? А вот давай. Вот у меня кто как сделает. Рамоны, гранит, выпустили, пока не определили. Но знаете, нужно, чтобы удобно было для уборки. После каждой службы нужно протирать. Да, да, это понимаю. Ну и чтобы людям не холодно было стоять. Чтобы полки теплые. У нас сейчас здесь значит, теплоизоляция где-то сантиметров 15. Сейчас по теплоизоляции сантиметров 15. Вот. А вот хорошо бы вам подумать в отношении баптистерии для крещения. Сейчас ведь много пойдет креститься людей. Вот у нас два повышения представлена. Михаил Алексеевич. Здесь плита монолитная сделана под вами. То есть у нас проектом предусмотрено здесь, да, баптистерия. Потом мнение о том, что очень сыро будет. Были сомнения, и мы стали вот время второго прорабатывать. Я думаю, что не знаете, что вода-то все время не будет стоять. А ведь только во время крещения осветят воду, крестят, потом ее снова спускают. Так что не будет сыро. Можно даже продумать стеклянные какие-то преграды. Я подумал, что мы не зачем растяжение еще покрещение. Ответили, как строится домик, как кричка. Хорошо. Можем раздвижные, типа, может быть, с этой стороны переделать с раздвижными. А дело в том, что я Александр Николаевич объяснял, что крестины происходят не во время службы. Поэтому не надо ничего закрывать, отгораживаться, потому что это не мешает. Понимаете? Вот, а хорошо, если так вот отдельный здесь вход будет удобно очень, правда? Видимо, так надо определять. Но нужно иметь в виду, чтобы будет очень много крестин. Да, крестин будет много. Потому что есть еще и взрослые некрещенные, но рождаются же люди, и вот постоянно младенцев приносят, так что это надолго. Где-то мы вот думали где-то, наверное, человек лет 500-600 по залу. Вот эти настройки уже мы, так сказать, начали потихонечку делать, но мы здесь немножко, мой архитектор, я его иногда ругаю, иногда я с ним еще ссорюсь очень часто. Творческие обсуждения, да? А почему? Потому что вот мы посмотрели. Наш алтарь немножко, мы говорим, заужен, надо чуть его пошире бы сделать. А вот знаете что еще? Я хотел вас спросить, а потом, может быть, и посоветовать. У вас какие-то там вот еще будут построения, ну, вроде балкончика. А вон балкончик, хора, для хора. А вон вот для хора? Да. Есть, да? Да, вот он, вот перед нами. Вот перед нами. Ага. И выход вот эти лестницы винтовые с одной стороны, с другой стороны, а именно вот на эту не слишком, часть. Не слишком ли он закрыт? Будет ли слышно пение это с хором?
Литер широкий. Посмотрим, широкий. Если что, парапет разберем. А вот нельзя ли, Александр Николаевич, может быть, еще выдвинуть вот такой сюда? Навесной такой балкон. Вот. Да, он не испортит вида, но когда большие праздники, больше людей войдет, понимаете? И петь, когда будут, звук сюда будет идти. Так-то, надо, если они там будут стоять, надо их не учтем, слышно будет, учтем. Они как в бочке будут. Я понял, учтем. Это вот, Михаил Алексеевич, давай думай. Хотя бы там на метр думай. Где-то или на около думай. Метра. А вот вы думай. Видели в этом, в Домодедово как построили? Нет еще. Съездите туда, посмотрите, это вот тоже говорю. Опыт нового строительства. Вот у них тоже сделан очень такой вот клирс большой, выдвижной. Вот. Он как бы повисает. И ну тут два варианта. Используется... Или выдвинуть, или, так сказать, посмотрим, может быть, мы можем ее расширить, просто более открытую сделать. Да. Два варианта. Не Кулархангельская, здесь недалеко. Километры. Да, сейчас мы Гаранькину, это зам тяжелого по землепользованию и экологии, обратились с такой просьбой. Недалеко здесь, в Балашихинском районе, просим, так сказать, землю под кладбище свое. Решаю, вернее, не столько решаю, сколько начал заниматься этим вопросом. Это, вы знаете, кстати, никогда никто не задумывался над этим. Буквально недавно идея такая возникла. И вот мы начали сейчас заниматься этой идеей. Я думаю, что решим. А вот если будет кладбище свое, то на кладбище обязательно надо поставить часовню. Там всегда будут и людей отпевать, вот, там и панихидки будут служить в поминальные дни. У нас ведь теперь, знаете, 9 мая, поминальный день, за воинов молимся. Вот, так что в часовеньке всегда люди будут. Это будет хорошо. Ну, а это, конечно, грандиозно очень. Грандиозно. Знаете, вот, может быть, какие-то решения тут не совсем нестандартные, но вот я вот вам рассказывал, говорю, вот здесь вот четыре колонны стояли, и у нас немножко вообще, так сказать, архитектура. Вот здесь колонны стояли? Да, они закрывали зал, я посмотрел в зал, но, понимаете, он все скрывает, не скрывает, а... Но так торжественнее без них. Конечно. Вот это выглядит как колонны. Вот этого достаточно, а зато открыто все для службы. Прекрасно. А там, значит, мы уже планируем, ну, это там поставить. Замечательно. А вот давайте алтарь-то посмотрим. Вперед наклонимся, вот сюда приблизительно. То есть, будем говорить, увеличиваем площадь, потому что здесь мы немножко проиграли в свое время. Проиграли, потому что мне показалось, что алтарь слишком узковат, маловат. Преграда иконостасная, будет идти как раз вот сам иконостас. Вот так, да? Да. Ну, если иметь в виду, что у вас большие службы с большим участием духовенства нечастые будут, а для двух, трех, четырех, пяти священнослужителей это будет достаточно. Только вот я хотел бы тоже вас спросить, а ведь у нас еще полагается так называемая селия. Это с таким подъемом вот место где-то вот здесь. На 1.5-2 метра. Нет, она будет бетонироваться. Но будет. Да, будет. Зон, это предусматривается. Все есть. Просто... Владыка, вот селия у нас сначала была, видите, здесь. Да. Иконостас вильнул, вот, чтобы место, глубина алтаря получила большую размер. Он будет выступом, вот центральная часть иконостаса. Конечно. А то пойдет по столбам. Да. Поэтому там но часть солии... Что касается солии, не увлекайтесь, чтобы очень большая тоже не была, чтобы это не съедало площадь. Общую площадь, потому что здесь каждый метр дорог. Много людей может стоять. Метра полтора, я думаю. Да. 1.5-2, вот так. А высота такая? Какая же высота? 16 до стакана, до барабана. А вся у нас сколько высота? Вся высота по кресту под 40. 38. 40 метров. Ну, тут еще градостроительные соображения, чтобы его видно было. Да. За деревья. Чтобы... Ну, уже издалека, с кольцевой дороги просматривается. Да. Со всех точек города просматривается. А какая позолота была?
на куполах? Какой метод? Листы. Книжка? Да, сусальное это золото. Это настоящее? Да, да, да. Сусальное золото и по, значит, сначала обработка сурика, потом мардан, клей, который клеит, а потом уже по мардану уже книжка сама по золоту. Прекрасно. И на иконостас по золоту. Да, уже мы где-то четверть необходимости есть у нас необходимого количества по золоту. И вот сейчас мы в ближайшее время расчет готовим. Расчет готовим. Готовим на оставшиеся три четверти. Вот, и у нас, я думаю, что все по золоту будет. А говорят, вот наши части, некоторые уже фрагменты иконостаса, они есть внизу в сторожке там. И уже где-то вырезано фрагментов около половины, одна третья уже самого иконостаса. И вот здесь ведь паникадило должно быть, вот как вы его установите. Как длинное там как это. Как установим? Цепь. Как построили это, так и установим паникадило. Надо кивинали. Ну грандиозно будет все. Грандиозно. Да, помогает Господь. Да. Домодедове больше. Ну, я так затрудняюсь сразу вам сказать. Только по площади не больше. Не больше. Что? Собор или храм? Ну, я в Домодедово, честно говоря, слышал, но я туда так и не проехал тоже, хотя надо проехать. Надо вот проехать, когда посмотреть. Убрали эти центральные колонны, да. То он очень большой по площади стал. Александр Николаевич, а вы посмотрите. Я съезжу обязательно посмотрю. И вот в отношении этого вируса, балкончика-то, посмотрите. Хорошо, потому что я вот боюсь, что будет там оставаться звук и не проходить сюда. Ну, я доверился вот архитектору. А дело в том, я замечание учту. Дело в том, что ведь там не жить, не стоять просто молиться, а вот сюда эту молитву направлять. Вот, да. И вот так, чтобы перекликался алтарь с хором. Вот что. А я боюсь, что там как в бочке будет. Мы хотим сзади еще стенку сделать такую, чтобы она как ракушка, Тоже опасения есть, но конструктивные вот эти столбы боковые, то есть ширина нет, определена. А я думаю, что если будет вот такой этот балкончик, а если выдвинемся, тогда это да, так это укрепить его можно. Нет, тут вопрос. Да. И красиво будет, красиво будет. Я вас, Александр Николаевич, поздравляю. Дело, там, по-моему, выдвинуто это. Там сбоку, да, вот так. Да, я в войну хочу был показать, там, вот один уже. Михайлов пел, да. Залетел. А здесь уже будут вот и туда. Опоры на колокольне, а вниз в цоколь, чтобы можно было по теплу сообщать цоколь. Ну, а вы вот в отношении Плечистого дома не думали? Думали, конечно, не думали. Думали, конечно. Да? Мы уже сейчас, вот, когда думаем о территории, выгораживать территорию забором, потому что сейчас уже настало время делать, надо благоустройство. В осень не уйти, в грязь не уйти. Я хотел уже сейчас, вот видите, песок начали завозить. Начали песок завозить, плитка уже, брусчатка решена, вопрос уже она есть. И есть организация, которая будет выполнять благоустройство. Но я сейчас не торопился, почему? Потому что мне забор этот надо снять, а мне не хотелось всем ветрам открывать ее. Сейчас понятно. Ее откроешь, люд разный, так сказать, да, мне бы не хотелось, чтобы, так сказать, какой нечестивый здесь оказался. Поэтому я хотел, так сказать, сначала выгородить ее забором, и сейчас мы будем это все это форсировать, какое-то событие, быстренько. И уже вот к сентябрю-октябрю мы должны благоустройство выполнить. Отсыпать песком, все сделать, так строитель называет тощим бетоном, уже с бордюрчиком все забетонировать и уйти. А по весне уже положить плитку. По весне положить плитку. Вот такая идея. Вот такая идея. И поэтому, значит, когда мы забор уже будем, как говорится, вокруг церкви делать, значит, мы предусмотрели для домика Плече место, значит, для колодца место предусмотрели. То есть это вопрос решено. Ну, а в доме Притча хорошо бы и такие залы какие-то для встреч каких-то. Пока не думал над этим.
потому что, ведь вы знаете, если это станет таким центром духовным, вот здесь и воскресная школа будет, все, тут начнет ключом бить церковная жизнь. Можно вечера проводить, праздники, певческие. Вот чтобы такой зал был, чтобы можно было людей пригласить, понимаете? Если такой большой город и с таким размахом все, конечно, а там вот, скажем, батюшка-то жить, конечно, и не может. Нужно, чтобы и батюшки были местные, жили тут, и в то же время службы все вот эти. Это было бы очень хорошо. Будем думать вторым этапом будем думать. Но уже пролесовки надо делать. Знаете, я вам скажу, что сейчас мне уже легче. Я уже не знаю, куда можно будет обратиться, прийти за советом, за помощью. Боже, вообще-то, конечно, вы знаете, я вам скажу, что, может быть, сложности были в том, что как-то сами начинали. А потом уже вот в процессе, я вам говорю, вот один из примеров, колонну поставили, посмотрели, не годится, снести. Ну, значит, снесли, а он говорит, а как же я буду крышу вам делать? Прототип 16 века храм. А сейчас люди говорят, батюшку видать не будет, там заслоняют столбы. Есть возможность техническое перекрыть это сводом. Значит, стали на купол выходить, поменяли верха немножко по архитектуре. Но тем не менее, вроде... Но так лучше стало. Да. Намного просторный, зал большой, нарядный. И здесь места много. На праздники. Для крещения приезжать люди. Да. Конечно, нужно. И нужно, чтобы они на территорию сюда приезжали. А вот на стояночку. Вот мы так и продумали, так, в принципе, да, так этот вопрос и решен. В общем, сейчас с ним ведем переговоры, чтобы это все это. В другое место. Попозже, да. К освещению, чтобы были все вопросы решены. Да, и потом вот у нас центральный праздник зимой крещения Господне. Хорошо бы тоже какую-нибудь купель сделать в храме, на территории, на таком подходящем месте, где бы все прихожане могли на улице стоять, и потом разбирать воду. Вот тоже светить прямо на улице в большой. Давай предложение. Такую часовую. Давай предложим. Емкостью для воды. Она может быть как вот... И это будет она вписываться в эту архитектуру. Но самое главное, чтобы подвести воду, чтобы не замерзала. Так это надо сейчас продумать. Пока инженер хочет, сейчас будет только дом, пока ты не будешь. И так, чтобы, вот скажем, из главного входа вышли и направились. И тут весь народ как бы высыпал кругом это. Свободно, чтобы место было для народа. И на улице освещать. Вот подумайте об этом. Это очень хорошо. Это хорошо было тоже. А как предложение еще раз, как она может выглядеть? Они там, это какая-то постройка? Виде часовни, да? Можно, да. Вот как в Даниловом монастыре есть такая часовенка, крытая. Но она открытая, вся-то не застекленная. А вот 4 столбика и маленький кровля. Куполок и крестик. Ну, или в Троице Иоанна. Ну там-то это самое. Крест и... Там же две, там одна летняя открытая, а нет, вторая закрытая. Зачем? Там две. Нет, там нет. Есть одна летняя открытая, только летом работает. Да. А зимой уже помещение, закрытое помещение. Вот продумать бы это тоже неплохо. Там воду бы освещали на улице, и люди бы разбирали, и тут не было бы шума, ничего, потому что приходят сотни и тысячи людей за водой. Да. Это в январе бывает. Я сам на крещение на протяжении 6 лет в Сергиев Посад езжу. Вот, да. Сергиев Посад, значит, там в этом самом помещении, как оно называется, семинария. Да. Академии. Да, в Академии, вот это, кстати, сюжет ввожу оттуда, вот так традиционно пошло. Хорошо, учтем это предложение, замечание, а ты мне, значит, срочное предложение, чтобы мы потом этими вопросами пустили. Потом уже это будет тяжелее, как вы говорите, как равносильно тому, что реставрировать, так сказать, то же самое переделать. Это очень сложно.
Это сразу и так, чтобы коммуникации подвести на это место, чтобы потом не перерывать, а то, и знаете, все заново надо потом заделывать, это трудно. Кое-что у нас уже есть из церковного утвербачка, да? Да, да, у нас вот есть две комнаты, есть уже там иконы, престол, есть. Приобрели уже главный престол, семисвечник за престолом. Там есть обращались некоторые... к Пархаеву за помощью. Через Данилину обращались. Ну, кое-что дал он. Ну, кое-что дал. Хотя просящих-то много. Но, тем не менее, все-таки мы просим. Обращаемся к нему. Помогает пока. Сейчас вот будем еще раз обращаться. Сейчас, конечно, самый такой вопрос будет центральный, что ли. Это паникадило центральное большое. Да, да, да. Большое, красивое паникадило. Его установить, повесить все это. Да. Вот это самый будет один из таких, из центральных вопросов. Да, центральное будет такое украшение. Отходами мадаистные иконы большие будут в киотах. Если заметили, там ниши на отходами. Да. От центральным и над боковым. Здесь будет образ казацкой. А здесь Александр Невский, северный предел. Там, наверное, всех святский. Очень южный, хорошо. Крестильный. Очень хорошо. Очень хорошо. Реутовский художник работает сейчас уже. Сделал первый эскиз. Кто? В цвете. Анатолий Мироненко. Ну, у него мастерская в одном из домов, который маленький художник за. Сейчас трудности со смальтой. Да. Прекратили производство отечественной смальты. И вот золотой смальт. А сейчас мы пока живем, как говорится, в квартире. Да, молимся на первом этаже. Но народу все больше и больше. С помощью Александра Николаевича нам сначала дали три маленькие комнатки, а потом я выпросил Александра Николаевича, он выселил. Там были две организации, да. Соседи. Да, и попросторнее стало. Попросторнее, ну, конечно же, для города большого это мало. Тесновато. Ну что? Ну так, в общем-то, потихонечку. Живем. Да, когда он сказал, уже не спустится, чтобы меня было бы видно, было еду. Скорее. Потому что сейчас... Ну давай. Его видно? Это криво не было. Ты вот нажала и двигаешься, и нельзя двигаться. У меня получилось. Не умею. Доделай. Давай. Если вы не возражаете... Меня видно? Очень хорошо. Ближе подходим, ближе. Звук шумит. С нашего согласия. Еще какую-то новую силу. Помогай вам Господь. Спасибо вам большое за ваши труды. Ну, сделано много, конечно, еще впереди еще больше. Да. Я это понимаю. Дай вижу. Бог вам сил, здоровья. Я думаю, что и народ, жители этого города оценят ваши заботы о них. И Господь вам поможет. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Они вас, Господь. Спасибо. Вот мы как раз, у нас все ветераны помогают.